Укол лидокаина не мог стать причиной комы 9-летней пациентки детской городской клинической больницы номер 3, так считают в Следственном комитете. Напомню, ранее в СМИ появилась информация, что девочка впала в кому после того, как ей ввели обезболивающее. После этого у нее якобы началась сильная аллергическая реакция. Впрочем, следователи установили, что ребенок, страдающий хроническим заболеванием почек, поступил в больницу уже без сознания. В ходе проверки установлено, что ранее в ходе лечения ребенку делали пробы на аллергические реакции, каких-то нарушений в действии аллергических реакций не было выявлено. По имеющимся данным, в результате медицинских манипуляций состояние ребенка не ухудшалось, находится в таком же состоянии, в каком она была.